Новогодние подарки для детей прибыли в Ненецкий округ. Всего в этом году Управление труда и соцзащиты закупило около 11 тысяч праздничных наборов. Их получат дети, которым еще не исполнилось 18 лет. Поставщиком новогодних подарков выступила екатеринбургская компания. Почти все наборы уже доставлены в муниципалитеты. К концу следующей недели сюрпризы от Деда Мороза будут доставлены и в образовательные учреждения округа, где детям их вручат на новогодних елках. В этом году все ребята разделены на 5 возрастных групп: до 1 года, от года до 3, от 3 до 6 лет, от 6 до 10 и от 10 до окончания получения основного общего образования. Долго обсуждали, думали, что включить. Конечно, практически в каждом наборе есть какие-то наборы развивающие, чтобы дети развивались. Обязательно это сладкий подарок, конфеты, ну и символ следующего года – это год овцы присутствует в каждом подарке. Дети с ограниченными возможностями, проживающие в Нарьян-Маре и близлежащих населенных пунктах, получат подарки от Деда Мороза на организованной специально для них новогодней елке. Она состоится 22 декабря в КДЦ «Артика». Родители так называемых неорганизованных детей, которые не посещают детские сады и школы, могут получить новогодние подарки в комплексном центре социального обслуживания по адресу улица Рабочая, дом 18, телефон для справок 418-00. Для получения подарка при себе необходимо иметь копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка и справку о регистрации по месту жительства.